За наушниками седину пытается спрятать. Не-не-не, я пытаюсь спрятать две татуировки. Здесь жизнь ворам, здесь смерть мусорам. Как обычно вот это вот. У нас же все сейчас по блатной теме, идиоты поперли. Вот. Так что можете думать так. Ну почему бы нет? Все хорошо? Я теперь выгляжу как обычно, да? Да? Нормально? Пинкменти, спасибо за 14 месяцев. Совсем лысый. Ну да, да, лысею, понимаешь, скоро буду совсем лысый, буду блестеть лысиной, как Dance Gaming или кто там у нас из американских стримеров. На самом деле я постригся несколько дней назад, но уже неделю на самом деле, очень коротко, потому что жарко, понимаешь. Миха УКРМ, а вот теперь другое дело, да? При этом вон люди в чате пишут, что она проходится от 4 до 6 часов где-то, наверное. Ну, типа, я думаю, что за сегодня мы успеем пройти. Если не успеем, то не успеем, но я думаю, что мы будем стараться изо всех сил. И пока вот это вот, короче, я хочу вам сказать... в смысле, ты кто? Я не постригся, смотри. Все, норм? Все хорошо? Я теперь выгляжу как обычно, да? Да? Нормально? Я тут был. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer? Благоразумно, часть меня спрашивает, какую. А другая часть, которая любит игры и дичь, такая. Блин, атмосфера сама какого-то сферического хеля в вакууме. Она очень крутая. Игра совместила в себе симулятор ходьбы, реально, большую часть времени, с неплохим слэшером, с хорошими головоломками, с крутой графикой. Окей, как скажешь. Во, сразу не лагает. Хорошо, чат. Лишь бы тебе было лучше. Какая у него лицевая анимация? Вот этот. Я бы тоже такой звук услышал, я бы. Упс. Это видео? Это реально видео. Because you cannot overcome suffering. If you refuse to look at it. Окей. О, прикольно. Но мувсет у него не особо богатый, честно говоря. Скоро 2 года, как Twitch еваться. А, Twitch еваться. Twitch еваться вместе будем. Думаю, еваться вместе будем. Ну, в смысле? Я серьезно? Вы сейчас говорите про нее? Ты правильно смотрел. Да не может быть, чтобы это была она. Иначе это тупо самый главный фейл за последние стримы. Ладно, давай попробуем. О боже мой. Так, чат, это должно остаться между нами. Хорошо, вы никому не будете рассказывать про то, как я здесь тупил. Сука, чё ты ржёшь? Так, чё-чё-чё?
Руна? Где руна? Чат, подробнее, пожалуйста. Я пропустил руну? Руна же. Вернись к руне. Так, чат, спасибо большое. Ну-ка, подскажи-ка мне, где именно руна? У первого портала. У того, что ли? Она была где-то там. А, понятно. Не ревари, но дайте пермача. Спасибо большое. He gave a cry and gathered them in his mind and learned them. Стоголовый, так и запишем. Then he fell from the tree. Смотрим эту битву реально. Ну, типа, это реально круто было. Doing. You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Боже, неужели нормальная реакция на огромную дуру? Не вот это там. Боги! Я покараю вас, а... Паника. Выроняешь меч и падаешь. Все. Я бы так поступил. Как это убивать? Ты чё? Боже мой. Что-то руку вытянуло, все же видно. Ну, пойду, наверное, пойду его успокою. Там кто-то лает. У нас щенок. Уже полтора месяца как. Дайте его успокой по-быстрому. Простите, там минус атмосфера. Но я сейчас быстро приду. Потому что он меня увидит, сразу успокоится моментально. Здесь куча сожженных людей. Я вообще охренею. Ну, я не знаю. Сейчас пока еще графон достаточно схематичный, да? Но лет через 10 точно ты будешь смотреть на кучу сгоревших трупов. Они будут выглядеть максимально реалистично и... Тебе будет отвратительно, но ты просто представь, куча, сука, сгоревших трупов. Лет через 10 ты их будешь щупать в VR. Мне сегодня приснилось, короче, как я на какую-то конференцию позвали, и там дали попробовать новые очки виртуальной реальности. Реально, сон был очень яркий, настоящинский. И, в общем, что ты думаешь? Я вижу там какого-то NPC. Вот так. Девку. И первым делом, короче, я начал ее щупать. А потом снимаю очки, оказывается, там стоит какая-то женщина, ну, на презентации. Просто, ну, там толпа людей стояла. И, короче, смотрит на меня и орет, типа, ты что делаешь? Вот, и... Я представил, что такое реально могло бы быть. Вот. Это был такой яркий сон, что я решил им с вами поделиться, короче. Почему все такое странное? Можно другое испытание? Боже, Джулия, ты что так пугаешь? Звук сзади сечу, я знаю, я просто, мне интересно. Страшно, приятно. А в этой игре же нельзя умирать-то.
What's happening? It's not him, it can't be. What's that sound? The voice is changing. Я так и хотел. Все было задумано именно так. The burial mound. Hervor calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. Музыка напоминает эту скандинавскую исландскую группу. Какой-то... Правда, там никто не воет, но... Сигур Рос, вот, точно. Там такая же музыка играет, и на фоне такие... Ладно, не смогу. У меня никогда не было вокальных данных.